нет культуры вождения. Почему меня останавливают? Да, это же неправильно, и проверяют документы. А вдруг у нее с документами что-то не так? А вдруг она пьяная за рулем? Вдруг мы можем нажить на этом деньги? У нас всегда будет неравенство на дорогах, у нас всегда будут конфликты. Мы так почему-то устроены, что мы готовы пойти в драку, мы готовы пойти отомстить. Но мы же азиаты, да? И у кого карета больше, и у кого дороже кони, и их больше, да, тот и прав. Пробки, едете домой, точно так же хотите поужинать, как любой там политик или любой бизнесмен, но при этом мимо вас проезжают машины с мигалками, с моей точки зрения, это действительно возмутительно. Надо говорить о равенстве перед законом всех. Богатых, бедных, власть придержащих или там простых граждан, простых смертных, да? Дорога, я считаю, это полное отражение того, что у нас сейчас происходит в России. Не надо под иллюзиями жить каким-то, что мы цивилизованная Европа. Нифига мы не цивилизованная Европа, мы реальные вот азиаты. Пока не будет побеждена коррупция и взяточничество, да, на всех уровнях, там, как в судебной системе, так и правоохранительных органах, то эта проблема она никак не решится. Неравенство на дорогах является выражением неравенства в реальной жизни. Когда говорят, что о возрождении России, мне смешно, когда я вижу на дороге, как человек с люстрой на крыше расталкивает всех.